одной стороны, это обычная тренировка ребят из Блоковского центра бокса. С другой, почти настоящий турнир, в котором бои проводятся по всем правилам. Отличие составляет лишь то, что на ринг выходят только воспитанники спортшколы «Олимпик». Последние соревнования были в феврале, в марте у нас. Вот, ребята тренируются, а выхлопа нет, куда свою энергию, все накоплено на тренировке, все надо куда-то выплескивать. И вот для этого проводим такие матчевые встречи, спарринги. Обычно товарищи по секции, сегодня соперники на ринге. Юные боксеры знают, на что способны те, кто стоит в противоположном углу, ведь все они тренируются вместе уже по много лет. И поэтому победить бывает сложнее, чем противников, с которыми ребята встречаются на турнирах. У одного отличный удар левой, другой мастер защиты. Сильные стороны каждого известны, поэтому важно настроиться на результат. И здесь у каждого свои секреты. Ой, когда я выхожу на соревнования, у меня в крови начинается большой хлёст адреналина, и я не знаю. Это как-то и страшно, и спокойно. Себя настрой боевой. Ну, ты думаешь о том, чтобы победить, и себя настраиваешь. Форма, перчатки, ринг, подарки не только победителям, но и всем участникам. Сегодня здесь все, как на настоящем турнире. Оснащение Блоковского центра бокса на самом высоком уровне. 500 мальчишек и девчонок постигают здесь азы спортивного мастерства. История этого вида спорта в Блокове насчитывает более полувека. Но лишь 5 лет назад у боксеров появился свой дом – здание бывшей школы на улице Волжской. Создать в этом доме спортивный уют и все условия для тренировок помог «Росатом». Буквально несколько лет, и мы видим замечательное оборудование, которое было приобретено благодаря компании «Росатом». Замечательный юбилей у них в этом году, 75-летие отмечает атомная отрасль. И вот такой замечательный подарок сделан не только детям нашего города, но и всему региону, потому что такого ринга и такого оборудования в области даже нет. Ребята говорят, что пандемия в этом году проверяет их на верность спорту. Из-за отсутствия настоящих соревнований может потеряться смысл тренировок. Поэтому такие матчевые встречи, приближенные к настоящим турнирам, помогают настроиться и идти к своим победам, даже если они будут не скоро.